привет! Вы находитесь на канале Жизнь с нуля. С вами автор и ведущий канала Вячеслав. У нас начинаются осенние дожди хорошие. Кому-то это, конечно, отвратительно. Погода для природы — это нормально. Я сейчас иду к своему объекту предыдущему, на котором я забыл вывести тележку. Ну и заодно посмотрю, как работает система ливнёв. Вот, я думаю, это будет и вам интересно. Вот я подхожу, сразу заметно, что лужа есть, но не на брусчатке. Сейчас мы посмотрим, как все стекает. У нас все нормально. Сливная система работает. Здесь все работает. Здесь все отлично отбивается. Луж у нас нету. Все замечательно, только впереди. Вот, соответственно, вот это все надо исправлять из-за того, что... Ну, это уже асфальтник мы строим, потому что здесь потом будет разбиваться все. Наша площадка работает безотказно. Вот там положили асфальт. Парадокс. Подняли асфальт, а тут уже прекратилось. Хотя она вот здесь вот сюда затекала. Видите, по обочинам она теперь есть. А дальше ее нет. Ну, это еще посмотрим, еще дождь не сильный. Вот оттуда она затекала сюда. То есть вот здесь должна быть большущая лужа. Которую мы соединяли последним. Вроде бы все работает исправно.